ж, друзі, повертаємось до студії, і я рада представити вам наших ранкових гостей, які сьогодні не полінувалися у такій ранній годинці завітати до студії нового дня. Наталя та Микита Кучеренко – це чарівна сім'я, яка своїм прикладом доказує, що дійсно можна подолати абсолютно усі перешкоди і надихає кожного миколаївця на те, щоб досягати того, чого ти хочеш. Вітаю вас, друзі! Добрий день! Микито, ми знаємо, що ти готуєшся до забігу, який буде відбуватися 6 травня. Розкажи нам, будь ласка, про свої відчуття і як ти готуєшся? Ну, я готуюся, я хожу дуже багато на вулиці, а для мене забіг – це, ну, забіг, ну, як смисл в житті, що ли. Це для тебе настільки важливо? Так, да, ну, я знаю, що це треба, що... Ну, що так треба, от і все. Я знаю, що твоя участь у цьому забігу дійсно важлива не тільки для тебе, а й для кожного містянина. Усі тебе підтримують, і для всіх важлива саме твоя участь. Нею ти показуєш, як варто йти до мети. Наталю, ось у вас, як у мами такого дивовижного сина, який бореться з абсолютно всіма перешкодами і є прикладом для миколаївців, хочеться запитати, з якими труднощами інколи буває стикаєтесь під час звичайного повсякденного життя? Трудності у нас такі, як і у всіх звичайних людей. Плюс добавляються трудності, які зв'язані з ограниченням в передвиженнях. Це транспорт, це... бордюры и все остальное, ступеньки. Вот это занимает больше времени, а в некоторых случаях, в большинстве случаев, это просто создает барьер для передвижения по городу. Буквально в этом году Никита самостоятельно стал ходить по городу. Это очень, это за 17 лет это самый большой результат. Наверное, это к этому и мы и шли 17 лет. Он самостоятельно переходит через дороги, хотя я сейчас волнуюсь. Мы переходим только на светофорах, потому что нерегулируемые пешеходные переходы у нас, к сожалению, опасны даже для здоровых людей. Ну вот так. Ми знаємо, що чимало перевірок, чимало рейдів відбувається не тільки в нашому місті, а взагалі по Україні, для того, щоб міста України були доступнішими для людей з обмеженими можливостями. Чимало перевірок відбувалося у нашому місті, але ось на вашому прикладі, на твоєму прикладі, Микита, хочеться дізнатися, наскільки за ці роки Миколаїв став доступніший? Чи це тільки на словах? Ну, якщо так, то мені легче стало... переходить там некоторые вот я хожу там на Советскую, то она менее доступная, а вот нет, там иногда бордюры бывают, но это бывает доступная, ты хотела сказать, ну, да, доступная, менее доступнее, чем было. Нет, более доступно. Ну, более доступно. Тут волнується. Я волнуюся. Більш доступне стало місто, але це ми говоримо про нашу головну вулицю, про Соборну. А ось на інших, наскільки я розумію, ми бачили навіть пост у вас, Наталечка, на сторінці, про те, що взуття стирається на миколаївському асфальті капітально. Взуття – це наша проблема. Да, это, скажем так, те последствия ходьбы, с которыми еще придется долго бороться, стереотип походки. Все-таки ограничений в движениях нет, и это есть, и этого никто не отменял. Вот. Ну, наверное, Никите немножко сложно сравнивать, что было и что есть, он просто раньше так много не ходил, как сейчас. Вот. Да, конечно, город стал доступнее, появились съезды, они не везде правильные, но они все же... скажем так, лучше, чем ничего, да. Что касается транспорта, то мы сами понимаем, что ничего не изменилось, это очень важно. Что касается доступности зданий, как будто бы много людей уже понимают, что это надо, и многие уже знают для чего, но, к сожалению, очень часто обходят стороной и не устанавливают пандусы, да, есть какие-то пробелы в законодательстве, которые позволяют это сделать, ну и люди пользуются, хотя больших вложений это не стоит. Что касается жилья, подъездов, то, к счастью, да, усилиями волонтеров, общественных организаций и ЖКХ делаются пандусы в подъездах, а у нас сейчас делается дорожка перед домом, нам пандус, у нас там, да, у нас нет ступенек, но у нас была очень разбитая дорожка,
И мы вот прям ждем, наверное, дорожку. Это будет самое красивое, что есть возле нашего подъезда. Вот. Что хочу сказать по забегу. Предварительно зарегистрировались, ну так, зарегистрировались, записались для участия 35 детей с инвалидностью. И первый забег, который будет, это будет именно детей с инвалидностью. Это очень здорово. И в прошлом году было намного меньше детей. Возможно, те мы и другие дети, которые участвовали в этом забеге своими, в прошлом году, да, мы своими эмоциями, я надеюсь на это, что мы зарядили тех, кто в этом году к нам присоединился. 5 травня відзначається День захисту прав людей з обмеженими можливостями. І ось якщо у місті повільно, але якісь зрушення є, то чи є зрушення у відношеннях інших людей до тебе, Микита? Ось я декілька разів з тобою їздила разом у громадському транспорті і хочу відмітити, що більш дисциплінованого пасажира я, мабуть, не бачила. Настільки чітко, гарно з розстановками оголошується зупинка. Настільки чітко ти пропускаєш людей, жінок і з дітьми, щоб вони виходили. А ось чи настільки ввічливі водії, наприклад, під час того, як ти їздиш? Ну, буває по-разному. Но так как я езжу уже постоянно на определенных маршрутах, то меня уже водители знают, останавливают, и я говорю, тебе туда, ты там на тренировку. Я говорю, да, на тренировку. И все. Ну да, действительно, было несколько раз такое, что возле дома нам останавливали не на остановке, а немножко, да, раньше. Ну, некоторые водители видели, как бы палки приметные. Вас Наталья, да. Мама себе, мабуть, рада, що да. Йдуть на зустріч. Ну, конечно, конечно, это очень приятно, и очень приятно, что вы назвали завтрашний день День защиты прав людей с инвалидностью, потому что как-то борьба за права, она, эти слова звучат для меня немного агрессивно. Все-таки больший результат дает коммуникация. Коммуникация положительная и позитивная. И что вот касается нас, то в нашей жизни очень многие люди, которые вокруг нас оказываются, ну, я говорю, что это лучшие люди, потому что как таковой агрессии, как таковых обидных каких-то слов или моментов, там, даже в транспорте, несмотря на то, что Никита ездит самостоятельно уже, там, ну, частично, да, ну, в течение года, скажем так, уже есть у него самостоятельные поездки, не было ни одного случая, чтобы водитель сказал что-то. Не было такого никогда. Да, могут не остановить, если он стоит один на остановке, и это потенциально льготный пассажир, он же с палками, то могут не остановить. Да, такое есть. Но чтобы вот так открыто там сказали какие-то гадости, за год этого ни разу не было. Это не может не радовать. Это радует, и нужно нести, нужно не возмущение. В каких-то случаях нужно, конечно, и возмущаться. Но сначала всегда нужно, да, всегда нужно начинать с хорошего. Все люди, все понимают, и очень многие идут навстречу и даже предлагают часто помощь, поэтому... Сказали гарно, що має бути правильна комунікація, і ось ви є яскравим прикладом того, як можна створювати комунікацію з населенням. У вашій сторінці в Фейсбуці ви розповідаєте не тільки про здобутки вашого сина, ви розповідаєте про інших дітей, про те, яка їм необхідна допомога. І разом з іншими батьками створили навіть спільну організацію. Скажіть нам, будь ласка, наскільки важко чи, можливо, стало легше саме захищати права людей з обмеженими можливостями? Стало, звісно, легше, тому що некоторые изменения произошли в законодательстве, на уровне страны происходят изменения. Поэтому то, что раньше тех вопросов, которых раньше нас была возможность не слышать или делать вид, что нас слышат, а на самом деле нет, то сейчас законодательно уже закреплено, возможно, не везде четко прописано, но это облегчает понимание. Плюс все-таки время идет, люди меняются, мы уходим от советских стереотипов, и ну, большинство, вот далеко ходить не надо, ситуация с дорожкой, да, это было несколько обращений,
Ну, нам сделали дорожку, ну, делают дорожку возле дома. То есть стучите настойчиво, і вам кажуть, откроють. Що я не буду просити, тому що не варто, все одно ніхто нічим не допоможе. Але ви стверджуєте, що дійсно, якщо наполягати на своєму, можна досягти результату. Ви знаєте, просити дуже складно. І за скільки часу ми їздимо на лечення, я все так кажу, що це, мабуть, щастя. Я не умею просить, я не просила. Я просто говорила о том, что есть такая проблема, нужна помощь. Но в открытую я никогда не просила, никогда никому не пришла, не сказала, дайте мне, пожалуйста. Люди сами отзываются, люди сами видят, и это здорово. А ось наскільки миколаївці відкриті до благодійності, до допомоги, на вашу думку? Я думаю, мы можем говорить и на уровне Украины, и даже не только Украины. А у нас, в частности, да, в нашей стране, в нашем городе, очень многие люди отзываются. Вот не так давно был сюжет на 1+1, который мы снимали перед тем, как ехать на очередной курс лечения. Многие люди отозвались, звонили, говорили. И я думаю, что благотворительность держится в нашей стране именно вот на самых обычных людях, которые могут себе, а иногда и не могут себе позволить пожертвование 50-100 гривен. Но они это делают, и поэтому не только мы, а очень многие люди, дети, тяжелыми заболеваниями попадают на дорогостоящие курсы лечения. Микита, напередодні твого забігу, дійсно мотиваційного, який важливий для кожного миколаївця, хочеться почути від тебе для жителів нашого міста та області побажання, як досягати мети і що тебе надихає на подолання перешкод? Ну, перешкоди, взагалі у мене перешкод нема. Я хоч і знаю, що перешкоди, все, ну, непреодолимо, надо все преодолевать. Поэтому я обычный человек, если в рамки не держу. Я хочу, щоб, мабуть, кожен миколаївець також сказав, що рамок для мене не існує, щоб усі ми могли подолати абсолютно будь-які перешкоди, які сидять на нашій меті до досягнення. Дякую вам, друзі, що сьогодні завітали до нашої студії. Микита, тобі від усього Миколаєва, від усього нашої області. Я думаю, що скажу думку наших глядачів. Ми тебе підтримуємо, тримаємо за тебе кулачки, будемо за тебе вболівати. Спасибо. Успіху тобі, сил, бадьорості, щоб ранок 6 травня для тебе пройшов просто ось таким позитивом. Спасибо. У нас є ще хвилинка? Так, звісно. Я хотела сказать, что сейчас в горсовете выставлены работы с фотовыставки «Неповторный», которую мы вместе открывали в октябре в выставочном зале. Эта работа путешествует по городу. Сейчас она висит в горсовете на 3-м этаже. Это приурочено к 5 мая. И все, кто не видел эти работы или оказался по своим каким-то делам в здании горсовета, я очень рекомендую посмотреть на... Так, дійсно, ці світлини зараз можуть бачити наші глядачі. І ми пропонуємо вам дійсно прислухатись, долучитися до перегляду. Ці знімки варто побачити, у них є душа. Я дякую вам. Вони відкриті і позитивні. Пані Наталі, Микита, дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. Сил, наснаги, всього найкращого. Дякуємо за ваш яскравий приклад.